Дисквалифицировать мэра города Рубцовска Дмитрия Фельдмана. Иск с таким требованием намерено направить в суд управление антимонопольной службы по Алтайскому краю. На встрече с журналистами об этом заявил руководитель ведомства Степан Поспелов. Пойти на столь кардинальные меры антимонопольщикам пришлось по причине несоблюдения властями Рубцовска требований по проведению торгов на выполнение внутригородских маршрутов общественного транспорта. Как выяснилось, еще в 2016 году в ведомство обратилось несколько перевозчиков, которые остались без маршрутов. Как отметил Поспелов, ситуация оказалась беспрецедентной. Власти города посчитали необязательным проводить торги, как положено по закону, и просто выбрали перевозчиков на свое усмотрение, при этом даже не заключив договор. Уже тогда ФАС возбудили дело и выдали предписание об устранении нарушений, сообщает Интерфакс Россия. Однако мэрия Рубцовска предписание выполнять отказывается, пытаясь всячески оспорить его в суде. Кстати, если требования антимонопольщиков о дисквалификации суд отклонит, Фельдману может быть предъявлен штраф в размере от 8 до 12 тысяч рублей.